За все года нас зомбируют одной и той же мыслью, что услуги ЖКХ дешеветь не могут. Услуги ЖКХ замораживаться на одной цене не могут. Услуги ЖКХ должны только расти. И у нас всегда спор, ведь вопрос-то всегда в чем? Насколько вырастут услуги ЖКХ? И ни у кого даже в голове не возникает такой мысли, что услуги ЖКХ могут снизиться, что услуги ЖКХ могут заморозиться. Потому что аргументируют, понимаете? Вот подождите, а кто аргументирует? Что? Если мы сегодня разделили нашу, допустим, энергетику на 5 генерирующих компаний, и основной капитал в этих генерирующих компаниях сегодня имеют наши монополисты или наши, скажем, олигархи и иностранцы, а власть начинает стоять на обслуживании этих иностранцев и этих олигархов. И никогда не стоит вопрос, что необходимо просто объединить эти все ОГК или там ДГК, да, в одну государственную компанию, установить минимальный тариф, который бы соответствовал доходу населения. Не от того, сколько тратит сегодня там организация, а доходу населения. Потому что человек ведь не может платить больше, чем он может. Но они, к сожалению, хотят это делать. Поэтому здесь, вот с моей точки зрения, пока люди не поймут одной простой вещи, что нужно менять систему управления. А систему управления меняют с кадрами.